каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, вес по 200 грамм взрывчатки или даже полкило, должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он сорвет. Рома, поздравляю тебя с днем рождения. Не могу поверить, что тебе уже 7 лет исполнилось. А каждый год ты меня удивляешь больше и больше. А, ты такой способный парень. Я тобой горжусь и как бы не могу дождаться увидеть, ну, как ты вырастешь в мужчину, и поздравляю. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, это круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. I just wanted to say happy birthday, Roman. And this might be the year that you become more clever than me. We'll see, we'll see. I wish you the best. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуть кокосы, ешь бананы, жуть кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Ромочка, дорогой, у тебя такие хорошие мама и папа, такие успешные, удачливые, добрые, что ты должен поразить их своей добротой, удачей, успехом, умом, сердцем и всех нас поразить. Желаю тебе быть здоровеньким, крепким, умненьким. Желаю тебе стать великим музыкантом. Ты такой гитарист хороший. Чтобы мы все гордились, что мы знаем тебя и прикасались к тебе. Целуем тебя, любим тебя, обнимаем тебя. Чунга-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Дорогой мой любимый Ромочка, драгоценный мой крестник, спасибо тебе, мой золотой, что пригласил очередной раз на свой день рождения. Очень тебя люблю. Люблю за твое доброе сердечко, за то, что у тебя такие замечательные родители, бабушка, замечательная сестренка. Люблю тебя за твой потрясающий талант. Твоя игра на гитаре делает мою жизнь намного интереснее, красочнее. Жду приглашения на концерт. Желаю тебе успехов и в музыке, и в учебе, здоровья. Ну и еще раз говорю, что очень тебя люблю. Ты мое солнце. Рождение в 7 лет – это, с одной стороны, очень мало, а с другой стороны, очень много. Ты уже в этом году идешь в школу, ты чудесный, замечательный мальчик, человек, личность. И я очень хочу, чтобы у тебя жизнь была наполненной, счастливой по возможности, естественно, полной каких-то деятельности какой-то, работы, которая будет тебе приносить радость и удовольствие. Сначала учеба. И самое главное, чтобы ты всегда оставался таким светлым, умным, вдумчивым, веселым мальчишкой, радовал своих родителей.
и продолжал заниматься обязательно музыкой, профессионально ее знал, в ней разбирался, ее любил, классическую музыку, конечно, я прежде всего имею в виду. И чем бы ты в жизни ни занялся, не обязательно заниматься профессионально этой музыкой, потому что это, может быть, через какие-то годы тебе покажется это не так необходимо для твоей жизни. Но чтобы ты ее любил, знал, уважал, ею восхищался. А чем занимался, это ты уже, у тебя есть много еще лет, чтобы подумать, чем бы ты хотел заниматься, если не ею. Так что с днем рождения и будем дальше жить вместе, все общаться. Девчонки, приколистки, любим мы ромашку. Если б мне не аллергия, подарили б ромашку. Ромочка, мы тебя очень любим и даже разрешаем тебя нас боксировать. Да. Да. Ромочка, я хочу, чтобы ты был очень счастливым. Что бы ты ни делал, чтобы ты всегда был счастлив. Даже когда ты на меня прыгаешь, когда ты мне дерзишь. Глаз выбиваешь. Когда ты нас мучаешь. Если тебе это приносит счастье, мы будем тоже очень рады. Счастливы и рады. Ромочка, я хочу, чтобы ты был ласковым со своей сестричкой, которая дома тебя сейчас ждет. Помнишь нашу маленькую Теечку? Или ты уже забыл, когда играешь в свои автоматы? Мы тебя любим и желаем тебе здоровья. Пока. И вообще, Ромочка, тебе с семьей очень повезло, особенно с бабушками. Скромные бабушки. Все, все. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые. Меня зовут Макс Максимов, и я с детства верил, что все ограничения находятся у нас в голове, именно поэтому они могут быть сломаны. Каждый раз, когда мы выходим за пределы наших возможностей, мы открываем для себя самые невероятные таланты. Ну и сегодня день рождения у Ромы, давайте его поздравим все еще раз вместе. Рома, вот звуки этих аплодисментов, прошу тебя подойти сюда к нам, подходи. Смотри, Рома, у меня в руках два бокала, один нам нужно будет убрать, выбери один бокал, давай быстрее. Убираем этот бокал, и сейчас я прошу тебя поставить вот так вот руку. Вот так вот. И этот бокал я поставлю тебе на ладонь, вот таким вот образом, хорошо? И сейчас ты начнешь замечать, Рома, как ножка этого бокала начнет медленно сгибаться. Рома, дай, пожалуйста, вторую руку. Накрой сейчас бокал рукой, и ты почувствуешь, как бокал мягкий, как будто бы пластик будет сгибаться между твоих ладоней. Готов? Раз, два, три. Вау! Вау! Дорогой Рома, Ромочка, хочу поздравить тебя с днем рождения, тебе исполнилось 7 лет. Хочу пожелать тебе счастья, чтобы ты был счастлив с твоими прекрасными родителями, своей любимой сестричкой. Всего самого наилучшего тебе желаю в этой жизни. Твой крестный Оча. Я тебя тоже поздравляю, Ромашка, с твоим днем рождения, 7 лет. Это большая цифра, это ты уже взрослый. Я тебе желаю здоровья и
вижу на самом деле большое будущее у тебя. Ты такой у нас умный, талантливый, что когда я тебе покупаю подарки, я даже не знаю, как сказать. Ребенку 7 лет, но говорю, он очень умный, еврейский ребенок. Дайте что-нибудь сложное и умное. Я тебя поздравляю, Ромашка, мы тебя очень любим. За тебя. За тебя. И еще я поздравляю маму с папой, мою любимую Катю и Игоря, с такими детками. Ну, сегодня, в частности, конечно, с Ромашкой, с Ромой. Рома у нас просто умница, большая, хороший мальчик. Ну, балуется иногда, но это все, все возрастное, нормально. Детское. Должен баловаться. Да, да, да. Маму, папу с большим счастьем, с детьми, с Ромой. Ну и с нашей маленькой все. Любимой Таичкой. Поздравляем. Поздравляем. И еще я поздравляю маму, папу, бабушку, даже тетушку, всех нас с днем рождения нашего Ромы. А сейчас кого-то одна улыбка. Как тебя зовут? Тима, да? А, Рома, ты Тиму давно знаешь? Первый раз видишь, да? Я пробовал вас друг на друга настроить особым образом. Так, чтобы на какое-то мгновение вы можете чувствовать, читать мысли друг друга и так далее. Готовы? Я попрошу вас двоих закрыть ваши глаза и не открывать до того, как не сейчас, когда я щелкну пальцем. Да? Рома, я еще не щелкну пальцами. Ты можешь открыть глаза. Роман? Да. Я еще пальцем не щелкаю. Когда я щелкну пальцем. Хорошо? Да. И когда ваши глаза будут закрыты, не открывайте их, попробуйте запомнить все, что с вами будет происходить. Мысли, ощущения, видения какие-то, может быть. Старайтесь все запомнить, хорошо? Итак, раз, два, три. Сейчас держите ваши глаза закрытыми и с помощью вашего воображения попробуйте представить, что и вы стоите друг напротив друга, держите друг друга за руки, глядя друг другу прямо в глаза. Рома, не открывай глаза, хорошо? Нет, еще. Итак, не открывайте ваши глаза. Поднимите вверх руку, если вы чувствовали прикосновение. Покажи, в каком месте ты почувствовал прикосновение. Не открывай глаза. Рукой дотронься до этого же места. А в плечо чувствовал прикосновение, Ром? Да. Сколько раз? Одно, да? Не открывай глаза, хорошо? Еще раз. Покажи, в каком месте ты почувствовал прикосновение. Рукой. Открой глаза. Я ни разу тебя не касался вообще. Это все подвели. Это так, друзья? Ребят, не молчите. Я касался Тимура на Рому. Тимофей. Да, это еще не все. Проведи вот так вот рукой. Вот так вот. Поставь руку. Все нормально, да? Окей. Если бы у меня было что-то магнитное, оно бы притягивалось ко мне, правильно? Смотри. Давай, положи его на стол. Поставь вот так вот одну руку. Шире пальцы.
И вторую руку, Рома, поставь вот так вот. Шире тоже пальцы. Еще шире, можешь? Нормально. Все в порядке, он целый. Вот так вот. Что с пальцами случилось? Вот так вот, держи руки. Ой, как так-то? Аплодисменты! Сейчас я пробую вытянуть эту рюкзак, попробуем сделать с ней немножко по-другому. Если я потрясу его в раз. Учитесь! Дома будем крутить. И все вместе смотрим этот бокал. Дорогой мой Роменька Раминка, наш Роменька Раминка, ты у нас самый замечательный, фантастический сыночек. И талантливый. И талантливый. Мы тебя страшно любим, очень горды всеми твоими успехами, которые приумножаются с каждым годом. Давай, теперь уже ты умеешь делать шоколад. А я считаю, что это гораздо круче, чем все остальное, что делаешь. А это и гитара. Это и два, и три языка. Три языка уже, да. Три языка. Вот. И я думаю, что тебя ждет потрясающе интересная жизнь. И мы надеемся, что мы с твоей мамой будем получать от тебя удовольствие еще хотя бы лет, ну, 150. Я хочу больше. Сейчас вот мама тебе скажет тоже. Любим тебя и обожаем. Ромыч, ты-дыщ! Ну, кричи, поздравляем!